Всем привет! Хотим показать опять покупки. Сейчас покажем вам. Так, купила себе ингалит, так как горло болит. Купила нашим животным минеральный камень Чика 3 штуки. Купила вот такие вот вкусняшечки ребятам. Ломтишка. Так, ребята, как всегда, подают, я не успеваю. Золотая капелька масла купила. Купила, ребята, две пасочки, так как сегодня Пасха. Вот такие вот получаются. Купила опять хлеб их любимый. Чиабатта с сыром. Потом хлеб европейский нарезной тоже. Ломтишка выпала, видать, там. Давай. Купила курицу свежую. Да, крабовое мясо и крабовые палочки купили. Так, купили майонез провансаль. Купили картошечку. У нас своя закончилась. Что еще там? Все. Ну, вот такие вот на сегодня покупки. У меня большие, маленькие. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всех с праздником, с Пасхой. Сейчас, ребята, покажу, как ребята покрасили яйца. Вот такие вот яички. Старались, красили. Да. Пока по одному съели. Ну, сейчас за стол сядем, будем покупать. Всем пока-пока.